Привет всем, меня зовут Ксения, и в этом видео мы будем рисовать дольку арбуза, а именно разнообразим френч, чтобы он был более ярким и интересным. Я беру тренировочную типсу, покрываю фоновым цветом. Сушу в лампе гибридки. Покрываю второй слой цветом. Сушу. Теперь я беру кусочек фольги, на который я уже приготовила гель-лак, и рисую тоненький-тоненький френч. За нижнюю часть я не переживаю, потому что следующая линия у меня будет зеленая, и все неровности закрасятся. Сушу. Прорисовываю белую линию второй раз. Сушу в лампе. Теперь я беру зеленый гель-лак и прокрашиваю остальную часть. Сушу в лампе. Прокрашиваю зеленую часть второй раз. Сушу в лампе. Теперь я беру черный гель-лак на самый кончик кисточки и рисую семечки арбуза. Сушу в лампе, прокрашиваю семечки второй раз. И сушу в лампе. Теперь я покрываю дизайн топом, сушу и снимаю липкий слой. Вот что у меня получилось. Кому мое видео понравилось, поставьте мне пальчик вверх, а также подписывайтесь, чтобы не пропустить новые идеи дизайна. А также добавляйтесь ко мне в друзья в соцсетях, я обязательно опубликую ваши работы в своих группах, которые вы сделали по моим видео. Спасибо за то, что делитесь моим видео. Все ссылки на материалы, магазин Patrice & Nail и на мои странички в соцсетях вы найдете под видео.